Всем привет, вы на канале Якубики. Мы рассказываем на канале, как мы купили старый дом и обустраиваем его под новый, современный, свой, какой мы хотим, наконец-то. Вот мы в городе, мы сейчас собираемся быстренько и выезжаем в деревню. Прежде чем выехать в деревню, мы заедем еще за Юрьевной и поедем. Юрьевна уже давным-давно там не была, она просто хочется, рвется туда, как не знаю, как молодежь на дискотеку, как спортсмены на соревнования, как дети, хотел сказать, в садик, в сладкий уголок. Так что, мне кажется, сегодня будет интересненько. Может, даже Юрьевна и захочет, наоборот, на камеру там, чтобы ее поснимали, это она всегда не хочет сниматься. Все, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Так, вот и мы и прибыли уже в деревню. Сейчас я вам покажу, я тогда доделал этот потолочек вот тут. Ох, я мучился. Там, наверное, больше часа его вставлял. Но я это сделал, господа. Вот, смотрите, все. Вот потолочек такой. Мне не нравится, знаете, расскажите. Так, не перебивайте меня, я на камеру. Так, Юрьевна уже к котулу пристает. Она заживает уже. Он просто не наступает на лапку, потому что, чтобы она не трескалась. Так, сегодня с нами Юрьевна и Женька. Мне сегодня будет весело. Мне не нравится, смотрите, может кто-нибудь делал, видите, вот такие есть. Где-то вот такие вот щели. Я их прибивал, я не знаю. Там, допустим, уже в упор, вот там, с краю. И здесь в упор, посередине. А здесь такая щель, то есть она не придвигается. Я не знаю, что это. Может, такие панели мы купили. Ну, как бы сбоку, если вот так вот смотреть, видите, то ничего не видно. Пока не станешь прямо над ними. Всем привет! Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Уху, с вами я, Макс Мастер. Значит, сегодня задача будет у нас такая. Будем работать на улице. Сейчас вам расскажу, выйду. Я переоделся. Сейчас вам дам сапоги. Так, задача Юрьевны и Женька. Женька там малину вот уже обрывает. Юрьевна, как всегда, говорит, не снимать. Я сказал на камеру, вы давно не были и захотите, чтобы мы вас снимали. Это, они будут грябать, подгрябают все, что я покосил, как я говорил. Оборвут груши, яблоки, соберут грецкие орехи, они почти уже все попадали. Сейчас их надо там искать. Надо будет такую, что-нибудь придумать, куда им собирать. А я буду тем временем, я приеду завтра, куплю кирпичи и буду ложить уже дымоход. Уже финальную стадию для меня дымохода, наверное. Я сделаю на крышу лестницу такую, чтобы я не упал там. Чтобы ходить по ней, где было, где кирпичи мне слаживать. Потому что я не знаю, как я буду один кирпичи туда заносить, еще ложить. Это будет, наверное, жесть. Класть. Вот Юрина говорит, все время ложить, а я говорю ей, класть, Юрина, класть, не ложить. Вот дед, кстати, перепахал этот. Перепахал там поле, может, вы не видите. Рапс перепахал. О, вот это работяга. Все, хустку завязали. А что, вы будете в таких лаковых этих? Вот смотрите, уже все в шерсти вы. Ну и что, у меня что-то рабочее. А вам сапоги дать? Так, захожу. Теплые, вы теплые сапожки хотите? Срач, когда я же здесь уберусь? Посмотрите, может там мышь внутри. А Женя, там, кстати, мышь попалась на этот клей. Где? Ой, блин, стряхнитесь, там это вот паутина. Там мышь попалась, но я вам не буду показывать. На этот клей. Неэффективный клей. Вот здесь, смотрите, я где крот вырыл, да? Вот такие я забил эти колышки. Я посадил орехи, посадил. Что вы все смеетесь там? Да, здравствуйте, дорогие подписчики. Я посадил здесь орехи. Вот, раз, два, три, четыре. И там еще один колышек, пять. А, еще помидоры сорвать эти, вырезать. Задачка вам. И смотрите, сегодня, я не знаю, в этом году что-то вот этот орех, что мы посадили. Женя, когда мы этот орех садили? В этом году? В прошлом. В прошлом году? Осенью мы привезли вместе с этими, что вы манаете, с фундуком. Год назад. А нет, фундук и елку мы привезли. Короче, он не дает плоды. Наверное, надо будет пересаживать этот вот грецкий орех, потому что он что-то не дает плоды. Если в следующем году не даст плоды, будем пересаживать. Все, я делать лестницу, а девчонки
будут хозяйничать здесь, на этой могучей большой территории. Женя каждый раз приезжает и собирает малину. Я уже в доме убираться не буду. Вот как поставят камин, чтобы было тепленько мне убираться, тогда я буду убираться. А сейчас холодрыбан, и убираться я пока не буду. Женя только малину собирает. Остатки малины. Да, малины, конечно, эксперт. Вот это в костер туда занесу, подпалим. Колочки положу под крышу, чтобы не сгнили. Все. Одна задача готова. Так мы сейчас все за час сделаем, девчонки. Ага. Юрьевна, вы груши собирайте, а не ешьте. Мы можем за 5 минут сделать. Смотрите, все груши. Перемотал. О, сломали веточку, да? Блин, что она ломается? А как их подпирать? Так это небольшая. А, вы чтоб легче их съедать. И они грязные, их надо вымывать. Да. Вот я не знаю, что это за черные пятна. Вот, сейчас покажу подписчикам. Они, может, скажут, что. Нет, это отмывается. Я думал, это заболевание. Видите, груша черная. Я думал, что не отмывается. Я думаю, это сок с этих, с листьев капает. Потому что это отмывается все. Под краном все, щетка. Ну а чего они такие черненькие? Это все отмывается. Возле дороги, оно не растет возле дороги. Ну, такое видно, как... Максим, ты что, насмешил подписчиков? Ну и что, насмешил? Ну а что, ваши предсказания, что такое выводы? Ты еще скажи... Предположения, какие у вас? Ты еще скажи, лазят гусеницы, давят сок на грушу. Сегодня мы приехали с Юрьевной, уедем без Юрьевны, походу. Уже сегодня она, наверное... Ой, знаешь, я с удовольствием здесь останусь. Я, кто сказал, что здесь останется? Нет, я там где-нибудь. А нате грушу. Так, скажите, чего они в пятнах? Может, кто знает, подскажите. Потому что Юрьевна ест их грязными. Выйди в интернет, она их не... читай. Когда в интернет заходить? Работы куча. Ладно, нате грушку положите, а то я взял ее. А хочу вы над головой вот царите, сука, груш. Сейчас соберу это яблоко. Так, это вторая задача Юрьевна выполняет. Она груши, яблоки. А зимние будем тебе обрывать? Не знаю, как. Надо ящик. Ящики хотели кто купить. Кто тут хозяин? Жорик. Жорик, смотрите, как лев сидит. Кто Жорик? Сидит. Хозяин Жорик. Женя делает, Женя вообще задачу делает, которую у нас не было в планах, малина. Ну, надо ее оборвать. Такая закрученная морковочка. Она, наверное, оплела большую. Начали готовить клубнику к зиме и решили ее пересадить все-таки. Вот. С этого места будем пересаживать на грядку. Я ее тут взрыхлила. Сейчас посыпаю таким вот двойной суперфосфат. Азотно-фосфорное удобрение. Я прочитала, что клубнику хорошо пересаживать туда, где раньше рос чеснок. Сейчас пролью это все, выберу хорошие кустики и пересажу. Ее время пришло, правда, Жорик? А Максим, он делает лесенку себе. Делай хорошую лестницу. Вот видите, Женя, другие бы спалили бы и все, а это у меня лежало. Оп, пригодились. Главное... Жень, не смеши. Что?
Я ничего не буду говорить. Ну говори. Я не буду, я ничего не говорить. Говори, что твои дети тупые. Что? Да ничего. Ну, мы ж не садоводы-огородники. Вот именно. И я об этом. И что? Ничего. Что, неправильно все делаем? Что показывать не надо. Ну чего? Это опыт. Знаешь, что я недавно узнала? Что успех человека приходит с принятием правильных решений. Правильно? А правильные решения приходят когда? Во время опыта. А опыт приходит тогда, когда ты принимаешь неправильные решения. Знаешь, что ты сказал? Не снимай. Знаешь, что ты сказал? Не знаю. Рапопорт. Рапопорт? Да. Привет ему. Привет тебе, Рапопорт. Губка Боб. Губка Боб. Занимаемся клубникой. Работа кипит, особенно у нашего кота. У него так кипит работа, смотрите. И так каждыми днями у него кипит работа. А? Лодырь ты. Старенький. Старенький. Вы видите тоже как бы не молодая, но работаете как новая лошадка. Так, девчонки что? Взяли оттуда клубничку повырвалого. Это мой учитель по грамматике, Нина Юрьевна, мать этой девушки. И твоя тоже. Нет, моя мама Татьяна Николаевна. Мать не та, которая... Мать жены тоже мать. Мать не та, которая впихнула дочку, а та, которая родила и воспитала. Вот смотрите, снова покушение. Это я ничего сейчас вообще ничего не говорил. Я вот чего и уже не так часто ее беру, я боюсь, понимаете? Я боюсь за свою уже жизнь, понимаете? Вот такие дела. О, смотрите, какое небо. Осеннее прекрасное небо. Вот эту шейку нельзя заглубить. Вот эту нельзя заглубить. Это наш агроном местный. Генерал-полковник. Бригадир. Евгения. Еще травкой присыпите это, что погрябаете. И вообще огонек будет. Зимой будем есть клубнику. Ладно, они тут балдеют. Балдеют. Я что? Я делаю лестницу по типу лестницы на крышу. Как повторюсь, я хочу завтра ложить дымоход. Если будут кирпичи. Искал черные кирпичи, очень сложно их найти. Но я нашел. Кто ищет, тот находит, господа. Смотрите, чтобы не поцарапать черепицу нашу, я с этой, с обратной стороны прикрепляю такое полотенце. Старое было. И здесь хочу тоже по всей длине. Если я найду, у меня там есть ветошь, поприкрепляю. Все, здесь угол сделал, лестнички сделал. Здесь вопрос состоит в другом. Как я ее затарабаню наверх? Ну, пока у меня там девчонки со мной, я его, наверное, затарабаню. А, кстати, я орехи еще собрал, смотрите. Смотрите, в этом году я не обрезал орех. Не обрезал орех. Вот растут там внутренние ветки. Думаю, что будет, если не обрезать орех? Вот что, будут маленькие плоды. Хотя у меня кум Паша, он вообще ничего с орехом не делает, но у него орех такой классный, суперский. Да у него все там суперское, молодец. Это с такой белой завистью. Я не обрезал, короче. Ну, может из-за этого, может нет. Все, короче, я сейчас найду ветошь и буду дальше прикреплять на эти досочки, чтобы не поцарапать черепицу. Потом Женькой и Юрьевной мне поможет затарабанить ее наверх. Главное, чтобы я уже, думаю, ветром ее не снесло, когда меня не будет до завтра. Груши собрали, яблоки оборвали. Thank you.
Вот, работники года. Давайте, вот тут. А зачем, Максим? Скорую. Терпи. Терпи. Куда по пальцу снова? Так стоять, не забили. Почему? Тебе будет царапаться, потому что она прижимать хочет. Классно. А эти скобы не будут царапать? Это, я так понимаю, чтобы черепицу не царапать, ты крепишь материал, да? Ты даже можешь... Умная. Умная дочь у меня. Громче, громче, мама. Давай. Дочь у меня очень умная девочка, очень серьезная. Была. Пока с Максимом не связалась. Давай. Что вы возле пальца все целитесь? Вот ты это же не убирай, не убирай. Во, давай. Вот, так ты же подскажи, теща. Нажимать вот эту верхушку. Давайте, вклад несите. Несу, несу. Сюда? Вот, да, да. Ну хоть бы раз попал. Одни покушения. Все что ли? О, уже начинает стрелять. Дайте я вас. Ну не больно будет. Нет, давай я тебя. Вы проверите в живот. Давай я тебя. Живот, чувствую живот, мам. Какая-то мама агрессивная с тобой, Максим. Нет, вот нажимай. Ну не так же близко, мама. Капец. Я не ожидала вам от тебя такого. Шутка, шутка. Шутка. Я пошел домой. Не переживай. А что, правда вылетает, что ли? Да. Ну, вы же нажимаете, она вылетает. Вот отсюда. Вот стрельните в этот черепиц. Ну, в эту крышу. Камера работает, Максим. Давай. Камера работает. Фига. Че врешь? Смотрите, дайте. Ну я сдалека, но не больно будет, живот. Не надо. Ну не бойтесь. Смотрите, надо, чтобы почувствовали. Ну, смотрите, Максим. Ногу давайте. Попал? Вышли. Вы что там? Женя, что ты давала маме поесть? Дочка. Это дочка. Так клубника. Помоги, дочка. Так, добить. Дочка. Добить, чтобы не мучились. Ладно, Женя, что, когда будем затарабанивать? Ну давай. А, втроем надо, да? Да, нам уже. Вдвоем не получится. А, надо туда еще принести. Что? Теща, вот чего анекдоты складываются про тещу. Когда вы такое были, да? Ну вот, позорите мать вашу. Надо на камеру вести себя как по-настоящему. Вот вы и ведете. Они когда вас снимают, вы о-ля-ля-ля. Давай. Клубнику пересадили. Надеюсь, она даст какой-то урожай. И на месте все разровняли. Убрали старую. Спанбон черный, потому что он весь разорванный. И разровняли. Вот, будем что-нибудь другое тут садить. Ну что, работнички. Так, погнали лестницу затарбанить. Так, взялись. Где? Я возьму здесь. На плечо надо положить. Максим, иди так чё. Давайте, давайте. Да, ну. Пошлите. Потанцуй ногами. Тот жестянчик, что должен был делать. Помер? Разбился. Который для Саши? Нет, Санька. Я говорю, дай номер. Он говорит, его уже нет. Это такой номер или его? Он как-то потрескались эти столбы, капец. Вот так, типа побудем по чуть-чуть. Оп. Максим, смотри аккуратно там. О, бляха, сколько здесь воды. Что? О, ты не снимаешь? Вот, да. Там, держи. Держи.
Сову, приподнимайте. Я сейчас отпущу уже. У меня уже не хватает рук. Держи стремянку. Лево. Ой, блин, я думала бы сразу. Лево? Ну сюда. Право. Доски царапаны. Давай, давай. Оп. Блин, назад. Прилично. Угол маленький. Все, затарабанили лестничку. Там еще доделать, чтобы был уклон чуть-чуть больше, чтобы безопаснее было. Все, завтра брежу. Поправь, может, там. Она сейчас не упадет, если отпущу? Нет. Вот смотрите, какое состояние крыши. Какая грязненькая. Надо еще покупать этот. Как он называется? Шампунь для крыш? Да. Кёрхер. Видите, скотч. Ну, скотч, потому что намок. Нагревается и все. Надо что-нибудь положить. Ты же со мной завтра приедешь. Не, я пальц засовываю, он же засунул тебе. Блин, а черепица какая-то вымазалась. Мама охраняет свою доченьку, чтобы она не упала. Кого ты будешь спасать, доченьку или зятя? Я сильная, я обуви. Еще выше залезь. Ай, так видно. Пища богов. Что это ты как-то крутишь? А что так грязно? Тортик Максим нам купил. Что сделала сухарики. Я сделала отбивнушки. А что такие грязные эти кружки? Так, мы покушали. Они уже сидят на улице, греются. Поставили ванную. Комнату в ванну, чтобы маме показать. С ванной, кстати, очень красиво смотрится. Намного красивее вид. Унитаз еще примеряли, смотрели, нормально ли здесь расстояние. И, кстати, Максим еще доделал потолок. Он тогда не показывал, потому что уже было темно. Вот, уже потолочек готов. Беленький. Грязная Юрьевна не может сесть. Да. Все, сейчас пойдем на улицу что-то делать. Что-нибудь. Женя взялась за работу. Груши вы пособирали. Чеснок повырывали. Чеснок уже давно вырвали. Сейчас скажу, что вы чеснок вырывали? Ботинки вырвали. Жорик там балдеет. Фигней страдаешь. Привет. Не надо меня брать крупным планом. Привет. Всем привет. Ты мне еще в рот ее засунь. Историю какую-нибудь расскажите. Не знаю никаких историй. Ну вот, про Сеню можно рассказать. А ты не снимаешь? Снимаю, Женю сейчас. Не снимаешь. Вижу, не гори. Вы видите, говорит? Нет. Вот. Не вижу. Женя, возьмешь маму крупным планом, а я и так... Не надо меня брать крупным планом. Все одно, Женька. Женя работает, а мы сидим, балдеем. Пчелка наша. Молодец, Женька. Гитаристка. Спой нам песню какую-нибудь. Белые розы, белые розы. Какая у вас музыкальная семья. Так а что ты на гитаре не играешь? Вот и все, вот и прошел наш замечательный, полезный денечек. Мы что сделали? Убрали, собрали груши.
яблоки, пересадила Женька клубнику, я сделал, что там, лесенку на крышу, малину собрали, вот Юрьевна пока довезет домой, сейчас и съест. Навряд ли. Не осилю. Девочки, а вот букашки. Ну, какая-то такая мягкая уже. Теперь точно есть не будет. Слюнул. Все, прощайтесь, я покажу лестницу сдалека. Прощайтесь. А, всем пока. Пока-пока. Один Сеня умеет говорить. Всем пока, до новых встреч. Запомнил фразу. Так, покажу, что предстоит нам в следующем видео убачити. Вот, мы полезем на этой стропилине. Я вырежу черепицу и буду гнать дымоход. Это будет в следующем видео. За это видео, мурашки, за это видео большое спасибо, кто смотрел. Ставим лайки, подписываемся, комментируем и, конечно, не забываем колокольчик. С вами был Макс Мастер, Женя Любимка и Юрьевна Трудяга. До новых встреч. Пока.